В Самаре пройдут публичные слушания по вопросу реформы местного самоуправления. Жители города смогут выразить свое мнение со 2 по 13 декабря. Как это сделать, расскажет Елизавета Прокопенкова. Жители Самары примут участие в публичных слушаниях по вопросу реформы местного самоуправления. Такое решение было принято на заседании городской думы. Почти 10 лет в Самаре действовала двухуровневая система. 9 районов города, каждый самостоятельное муниципальное образование. Но двухуровневая модель не оправдала себя. Одноуровневая система, которая работала у нас до 2015 года, она была эффективной. Было много наработок, заделов. В этом году губернатор Вячеслав Федорищев поручил изменить систему и перейти к одноуровневой модели. Вопрос о проведении реформы обсуждался на разных дискуссионных площадках. Следующий этап в процедурной истории при решении этого вопроса – это проведение публичных слушаний. Хотелось бы услышать мнение жителей города Самары. Все желающие смогут направить свое мнение в Самарскую думу со 2 по 13 декабря этого года. Сделать это можно любым удобным способом – лично, по почте в письменном виде, в электронном виде и через информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.